Нет в природе явления более разнообразного и многоликого, чем женский головной убор. Молчание иногда более многозначительно и возвышено, чем самое благородное и самое выразительное красноречие, и во многих случаях свидетельствует о высоком уме. У человеческого существа есть множество лекарств от душевной боли и от кручины, среди них ярость, не самое последнее. Лучшие законы рождаются из обычаев. Те, которые никогда не отказываются от ранее высказанных взглядов, любят себя больше, чем истину. Не ревнует тот, у кого нет хотя бы капли надежды. Как много страданий приносит нам то, что никогда не случается. Не трать денег, которых ты не имеешь. Истинно религиозный человек, если он следует сущности монотеистической идеи, не молится ради чего-то, не требует чего-либо от Бога. Он достигает смирения, чувствует свою ограниченность, зная, что он ничего не знает о Боге. В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно. Быстрее всего человек забывает самые прекрасные моменты своей жизни. Говорят, что найти мужа – это искусство. Удерживать его – это профессия. Слово «любовь» значит не то же самое для разных полов, и в этом одна из главных причин взаимонепонимания, которая их разделяет. Мы воспитали детей так хорошо, что они стали слишком умны, чтобы быть патриотами. Никогда не показывай посторонним, что у тебя на уме. Никогда не раскрывай перед чужими свои карты. Человек, не допускающий сомнений, ставит предел своему уму. Язык и мысль ограничены, истина же беспредельна. Надежды – единственные блага, которыми нельзя пресытиться. В сердце не существует пространства, в душе не существует времени. Слово «завтра» придумано для людей нерешительных и для детей. Самое страшное в этом то, что до самого последнего момента не сознаешь, как близки становятся лютые враги. Так близки, что в конце концов понимаешь, ты за них в ответе. Истинный враг роднее жены, роднее ребенка, роднее престарелых родителей. Истинный враг берет над тобой контроль, начинает диктовать образ жизни. От него уже не отвяжешься. Любая стратегия убеждения, достигающая цели, апеллирует сначала к любопытству, затем к тщеславию и, наконец, к доброте или угрызениям совести.
Каждая книга имеет душу. Душу того, кто ее написал, души тех, кто читал ее, кто жил этой книгой, мечтал о ней. Каждый раз, когда книга меняет хозяина, переходит из рук в руки, каждый раз, когда кто-то пробегает глазами по ее страницах, ее душа растет и крепнет. Счастье людей заключается в том, чтобы любить делать то, что они должны делать. Любовник или книга, жизнь или карьера, люди живут, не задумываясь об этих развилках. Кажется, что выбор можно отложить на потом, но наступает момент, когда откладывать больше нельзя, и ты вдруг понимаешь, что выбор давно сделан, а ты даже не заметил. Правда, это всегда хорошо, даже когда колется. Человек должен знать о себе всю правду. Тысячелетие в сравнении с вечностью более короткий период, чем мгновение ока в сравнении с движением самого медленного небесного тела, вращающегося в бесконечном пространстве. Каждый должен брать на свои плечи труд, соразмерный его силам, так как если тяжесть его окажется случайно чрезмерной, то он может поневоле упасть в грязь. Если человек верит всему, что другие люди считают нужным, говорить в свою пользу, у него создается преувеличенное мнение о них и преуменьшенное о себе. Чтобы выиграть в лотерее, надо иметь не только удачу, но и лотерейный билет. Нехорошо, когда вино ударяет в голову вместе с бутылкой. Как у печали, так и у радости есть предел. Можно иметь с человеком одну ДНК и не иметь с ним ничего общего. Когда ты не такой, как все, ты перестаешь замечать миллионы людей, готовых принять себя таким, какой ты есть. Все твое внимание приковано к единственному человеку, который принимать себя таким отказывается. Слава знаменитых людей во многом результат близорукости тех, кто ими восхищается. Целью школы всегда должно быть воспитание гармоничной личности, а не специалиста. Чтобы покарать меня за отвращение к авторитетам, судьба сделала авторитетом меня самого. Рай – место, где нечестивые перестают досаждать вам разговорами о своих делах, а праведники внимательно слушают, как вы разглагольствуете о своих. Чем человек разумнее, тем у него более развито чувство ответственности за свои поступки, тем он воспитаннее и добрее. Самые интересные мысли приходят в голову, когда тебе 18 лет. Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все силы души. Рождение ребенка – добровольный отказ взрослого от свободы.
нельзя чувствовать себя свободным от своего ребенка. Зло существует, каждый страдает от него и каждый его творит. Наша жизнь – путешествие, идея, путеводитель. Нет путеводителя, и все остановилось. Цель утрачена, и сил как не бывало. Если родители по жизни свиньи, то дети у них поросята. Где-то внутри каждого взрослого, как самая маленькая матрешка, всегда остается ребенок. Если до него достучаться, научиться с ним общаться, будет гораздо легче не только писать, но и вообще жить. Все, что сейчас воспринимается как нормальное и привычное, когда-то было новшеством. Как велико призвание прокладывать путь для непонятных истин и для новых мужественных идей. Кулачное право сегодня исчезло, за исключением права для каждого показывать кулак в кармане. Все люди о себе высокого мнения, и тем больше мнят, чем меньше стоит. Пятная других, многие норовят скрыть, хотя и не смыть собственные пятна. Вещь не перестает быть истиной от того, что она не признана многими. Невеста – женщина, у которой виды на счастье остались позади. Война – варварство, которое исчезнет с развитием цивилизации. Сколько бы мы ни говорили о пустоте жизни, иногда достаточно одного лишь цветка, чтобы нас разубедить.